трогайте стоять. Забор все мешает, весь вид. Так, это что у нас, Волга получается? Возвращаемся назад через Волгоградское водохранилище. Я должен был забрать человека. Приехал, а это оказался город Энгельс. Едем назад в Саратов. Некрасиво получилось. Зато экскурсию. Вон она. Блин, зачем заборы поставили? Ни хера не говорю. Практически возле нее был, а уехал за 10 километров. Яндекс, Яндекс.
представители закона стояли. Ну-ка, ладно, хорош, съемок. Едут люди, у меня говорят, это батарейка, батарейка, села батарейка. У айфона я вообще беда, кажется, с этим. Да, еще на морозе. Так, она уже налила, по сути. Еще будем ездить по нашему. Там мне, в принципе, ничего не запрещают. Что здесь интересного находится? Кинотеатр. А? Кинотеатр, я. А, ну, самое главное. 3D7B. Здесь, да. А это что такое? Вот это спереди. Ярмарка. А? Торговый дом. Вот достопримечательность, да? Ага. Вообще этот город летний. Здесь Энгельс, он весь в ту базу. А это Энгельс уже? Да. Через мост мы приехали, это уже Энгельс. Вот это да. Единственное, что осталось его покрасить. Вот мы какой час проехали на Свинарку? А? Это просто... Маркс 1, Маркс 2. Это пиздец. Из Саратова Самару дорога. В глазах двоится. Раз. Это получается, они одну заплатку латали другой. А потом эти две заплатки еще на следующий год замазывают. Да? Конечно, это все дешевле. Ну,
Самару, то получше дорога. А туда дальше будет нормальная дорога. Значит, я в Волгоград по другой, что ли, ехал? Я не помню такую раздолбайство. А вы ехали с той стороны, наверное, через Саратов. Потому что тут еще параллельно есть... Саратов, Камышин... Ой, да, еще там что? Волгоград, Камышин, Саратов. А дальше... Да, вы с другой стороны ехали. Наверное. Вот я в прошлом году на эту же дорогу нарвался. Вот тянет она меня сюда, значит. Ладно. А то рука отпадет уже сейчас. Мел или известняк? Известняк. Я вспомнил, в прошлом году в Саратов я приехал в Куртемовский залив. Вижу. А? Потому что Курдюм, да, да? Курдюм, да. Я туда, к Волге спустился, место нашел, да, где можно. Что? Генеральский, там частный. Да, есть там. Там Волга там разбивается. Там какие-то коттеджи, я к ним подъехал, и оттуда уже полевая дорога пошла вниз. По Волжье оно все одинаково. Что Оренбург, что Самара, что Башкирия, что Волгоград, блядь. Там 400 километров еще, да? Да куда? 520, что ли? Ну, 500, короче. Я как-то хотел туда рвануть в Самару, но что-то не доехало. Сейчас. В Самаре когда будет последний раз? У меня просто отпуск. Я, получается, месяц, а я делю на недельки. Если еду куда-то отдыхать, то да, делаю там две недели, не знаю. Но я море не особо люблю. Я море тоже равнодушен. Вообще. В 90-91 году я был в Артеке. Значит, подошел к морю. Воткнул палец туда. Не, воткнул палец туда. Попробовал. Соленые. Говорю, в чем изюм? Много соленой воды. Дальше что? Что сюда все рвутся? Говорят, ну тепло. Я говорю, блядь, пресс. Жарят так, что как плавленый сырок. И вот я приезжаю в Самару. На заднем дворе на дачу озеро чистое. Соленое. Расстилаешь плед. Кушучок. Что тебе надо, все. Море, куча разных там этих русских к тебе со всех сторон, эти обярусы, пытаются там как-то тебя туда потащить, негде сесть. Вообще, это где? Ну, на море у нас. Разве то же самое с Крыму, вам учится, то же самое. Просто мне это насыпная гора, что ли? Да, она искусственная. Я тогда помню, тут под Ульяновском ехал, там меловые горы есть вдоль дороги. Да, они парк национальный они, какой-то. Да, они вот мы будем приезжать. Будем приезжать? Да. Отсюда раз? Ну вот я когда ездил все время. Последний раз я ехал в Самару через Тольятти, потому что в Вашке-то времени не было мне на Самару. Я ехал до Тольятти. Мы проезжали в Жигуновск, туда в Тольятти, да, вот по этой стороне, когда едешь по левому. Так, а эта дорога прям через и тут горы меловые. Я еще остановился, тапочки снял, встал на обочине, там мел везде лежит. Да, это там эти парки.
Телефон чуть вот так вот наклони к земле, а тогда не будет этого. Тебе из Самара. Не, я тут не заезжал ни разу. А? Я тут не заезжал. Мы точно в Самару заехали? Казань тоже можно подумать. Казань только здесь. Это Миллениум. А нет, он все кончился, видишь, как-то это. Не, надпись же была Самара. Значит, мы правильно заехали. Там, где светится Самара, там вот этой хери нет, это просто есть. Он уже снимает. Мы же правильно заезжаем. Наверное, правильно. Вот, сюда сейчас. Налево. Ой, направо. Это нормально, я постоянно так. Да это все девчонки. Я из всех всего двух встречал, которые мне сказали. Прямо, лево, право, отсюда, оттуда. Так, главное, чтобы здесь. Ну, в принципе, куда все стадо едет, туда и мне же так же. Здесь часть еще из них живет, насколько я помню. Да. Я вот куда-то в дома тогда как заехал. Ну вот мы вот в таких же там живем, только зелененьких. Это вот Козелки, вот этот вот райончик. Дальше крутые. А Сорокина ключи. Гора какая-то, да, здесь или как? Самаре? Я не знаю. Или это Саратове? Что-то с Сорокой какой-то связано. Нет, не Сорока, а Соколовая гора. А? Не Сорочья, а Соколовая у нас. Так, правильно. Здесь вот дальше будут крутые ключи, потом Шведская Свобода и в конце еще Бавария. Автобус едет, как раз он там, я с края всегда стою. Да-да-да, вон там в конце я всегда стою. Пока зато отсюда, когда идешь, все на твое разомнется, все, что затекло. Стоп, только не делай. Вот автобус 67-й, родненький уже. Вот она, конечная Самара. Приехали мы из Саратова, да? Так, все. Ваша улыбочка, девушка, на память. Рукой машете. Все, пока. Чего-чего? Они выезжают. А тут же недалеко у них. О, размяться-то. Что-то устал я, пока в Саратов ехал. Сейчас в Самаре метро Сбербанк и главное в туалет. Потом, если повезет, народ берем и на укуп.